Помогите! Поставьте лайк, а то эти соседи меня настигнут! Быстрее ставь лайк! Ох, сейчас они спустятся сюда! Пока они не спустились, вам нужно поставить лайк быстрее! Раз, два, и... три! Быстрее ставьте лайк! Спанчбоб спускается! Нет! С кальмаром, о боже мой! Надеюсь, ваш лайк стоит, но я застрял? Да ладно! Вы серьезно? О, блин! О, пронесло, етить-колотить! Я уже думал, я застрял! Всем привет, с вами я, Игрокодор, ну что ж, добро пожаловать и смотри роль до конца. Сегодня мы постараемся пройти третий уровень, он очень тяжелый. Ну, конечно же, мне нужно собрать 5, как всегда, 5 этих записок. Будем сейчас стараться собирать их. Ну, я, в принципе, уже профессионал в этой игре, так что вы сильно там не парьте сильно, просто наслаждайтесь роликом. Вы просто наслаждайтесь, как я буду убегать от них, как я буду их троллить. И все, от вас ничего не требуется. Так, хорошо, у нас эта дверь открыта. Надеюсь, тут есть хоть одна записочка. Yes, одна записочка уже есть. Это уже прогресс. Одна есть, так что давайте поднимемся наверх. Наверху там будет, получается, 4 записок. Снизу уже, я насколько я понял, уже нету записок, так что смысла нет тут ходить. Так, Патрикос Ваникос. Ты давай тут не ходи у меня тут, понял, да? А то, видишь, блин, накажу вас. Бежи! Опа! Так, записочка, забрали. Хорошо. Так, давай сразу энергию хаваем. Давай, энергию надо хавать по-любому. Без энергии мы никто. Так, о, ё-моё! Они бегут за мной! Вью! Блин, где можно спрятаться? Ё-моё! О, блин, Спанч Боб! Ты издеваешься! Они втроем напали на меня! Я чуть обкекался. Вы это видели? Невероятно, 3 монстра сразу напали на меня. Это просто какой-то дичь. Реально, я такого не ожидал, что они будут вместе слаженно работать. Офигеть, вы это видели? Я никогда бы не подумал, что они могут так вот по крысочному меня загасить. Они специально сговорились, и один Спанч Боб спрятался в той комнате, где вообще он не должен быть находиться, понимаете? Так, давай заберем эту... Так, отлично. О, они втроем идут сюда. Найди, иди сюда. Я вижу его. Ловите их. Быстрее. Держи. На тебя. Беги. Блин. О, май гад. О, я вижу его. Ловить медуз. Иди, знаешь куда? В баню иди, чтобы ты расплавился там. Офигели. Смотрите, что они делают. Так, у меня уже есть 2 записки. Это уже хорошо. Это уже залог успеха, на самом деле. Так. Патрикос идет. Ой, хорошо. Ну что, там есть бургеры? Ой, я хочу есть. Ха-ха-ха-ха. Нет! Тебе точно не достанется бургеров. Понял, да, вонючий Патрикос? Блиндерский. Вот эта семейка, блин, монстров. Бикини Боттома. Офигеть. Ладно, давайте посмотрим, где они. Только открывай. Фух, вроде бы никого нет, да? Ладно, ладно, тихо, тихо. О, Патрикос. Почему у тебя такой голос? Как у дракона какого-то. Ты вообще псих, что ли? Ладно, надо было предмет взять на свои руки, как бы, чтобы потом как-нибудь в них стрелять, да? Ладно, все, забрал предмет, хорошо. Давайте искать еще 3-ю записку. Это уже будет абсолютно жесткий прогресс, потому что, ну, вы сами поймете. Нам останется только 2 записки. О, да ладно. Интересно, Сэнди будет, да, на 4-м уровне? Как вы думаете? Напишите комментарии. Кто будет на 4-м уровне? Я думаю, то, что будет Сэнди. Так и напишите в комментарии, если вы так думаете. О май гад. Ах, блин. Вонючие, вонючие. Не бегайте за мной. Я же от вас спрячусь. Прячься. Фу, блин. У меня 3 записки. Мне нельзя никак не проигрывать. Ребят, напишите комментарии. Адорчик, ты пройдешь 3-й уровень прямо сейчас. Я обязательно с вашей поддержкой пройду. Потому что мы должны друг друга поддерживать, правильно? Правильно. Так, вроде бы никого не видно, надеюсь, тут Патрикоза нет. Патрикоза нет, хорошо. Ой, Медукоза идет сюда, Медукоза. Медукоза я не люблю. Она назойливая такая, знаешь. Так, все, они вроде идут на треть. Тише! Тихо. Обходим. Зайди сюда быстрее. Открывай. Спрячься. Это было жестко! Пошел вон! Эй, ты где? Я Патрик! Ой, я Спанч Боб! Чё я говорю? Я немножко запутался. О май гад! Что за у тебя голос странный?
Ну, на самом деле похож, согласитесь, голос, да, на настоящего Спанч Боба. Что-то есть какое-то сходство. Как вы думаете, вообще... Четвертая записочка, еее! Нам остается только последняя. Как вы думаете, вообще похож голос у меня и у этих монстров, ну, из мультика Спанч Боба? Как вы думаете? Вот пишите комментарии, именно какой голос похож. Спанч Боба, Патрика, Медузы. Держи! Так, все потихоньку. Не паникуем. Не паникуем. Открывай. Да ладно! Да ладно! Серьезно? Он сюда зайдет? Держи! Yes! 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 Я прошел третий уровень! Просто счастья нет предела, друзья мои! Ладно, найди ключ, чтобы открыть замки. Хорошо, мы ключи найдем обязательно. Четвертый уровень. Сэнди. Вот просто моя чуйка говорит, что это будет Сэнди. Сэнди из Спанч Боба. Интересно, как она ходит? Она перебирается на коляске или что? Это же психбольные вообще, знаете? Типа, знаете, как бы, ну, это в больнице такая психическая больная. И тут даже врачей нету, потому что они все их съели, походу. Вот особенно Спанч Боб съел их. Видите, какие клыки у него? Возможно, вы увидели новую тень. Вы почти собрали весь рецепт бургеров. Ух ты, что за тень, интересно, как вы думаете? Это что за подстава сейчас будет, мне кажется, да? Это какая-то подстава? Ну ладно, мы не будем унывать, будем идти вперед. О май гад, кто же это будет, интересно? Вот прям супер интересно. Так, будем подбирать все бургеры, а то ишь, блин, меня же прикончат они. Ха, блин, ладно, все, я подобрал бургер. Хорошо, уже 3 бургера есть, это отлично. Будем каждую деталь смотреть, потому что... На каждой стенке могут быть эти, как бы, записочки, да? Они очень важны для меня и для вас тоже, думаю, да? Потому что вам тоже интересно, что будет на 5 уровне, но... О, Сэнди! Какая у нее озвучка, интересно? Теперь они-то ее ходят. Давайте мы ее забайтим сюда. Что? Что за озвучка, Сэнди, вонючая? Вы издеваетесь? У-у-у! Ой, блин! Ой-ой-ой-ой-ой. Оу, щит. Оу, help me. Help me. Help me. Нечестно. Это что за бурундук? Ну, это вроде бы как бурундук, правильно? Или кто она? Или она непонятно кто. Лиса или кто она такая? Блин. А со Сэнди уже намного сложнее. 4 персонажа. Теперь они совершенно сильные. Они озарились, и теперь они хотят меня полностью прикончить. Это не есть хорошо, друзья мои. Это не есть хорошо. Ладно, в принципе, не страшно. В принципе, не страшно. Даже через такое проходили мы, да? Ха-ха. Вместе с вами. Так что мы будем сейчас делать жесткий контент. 4 монстра. Нужно их как-то обмануть. Как вы думаете? Вот как можно их обмануть, да? Так. Записочки тут нет. Ладно, мы не будем... останавливаться, потому что они сейчас спустятся вниз. О, они уже все вместе просто табуном спускаются вниз. Давай мы сейчас Сэнди немножко вот так вот ее оглушим. О, блин, не смог. Ты шутишь? Ты шутишь, 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 да, 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 да. Ты шутишь, шутишь, шутишь. Надеюсь, меня не окружат. Ё-моё, это будет опасно. Так, никого не видно пока что. Ой, хорошо. О, на второй этаж еле-еле пробрался. Капец, ребята. Сложно играть против четверых. Очень сложно. Так, ты предмет возьмешь, интересно? Да, все, взяли. А, ты хочешь так, да, значит? Ты меня не возьмешь, понял? Не поймаешь. Ха-ха. Ух, это было жестко. Так, вы же, а что, он застрял, что ли? Не говорите то, что он застрял. Не говорите так. О, май гад, фуф. Повезло-то как, а? Лянь. Да ты издеваешься! Он реально издевается. А, поймал меня! Я хотел выйти с другой стороны. О, блин. Это жестко. Сэнди на самом деле выглядит тоже очень криво. Она такая длинная и худая, согласитесь? А, кстати... Напишите комментарии, кто самый криповый из этих всех монстров. Из этих 4 монстров. Мне кажется, знаете, кто самый криповый? Это Сэнди. Сэнди из Спанчика. Из Спанчика Бобика. Так, 7! Йо-хо-хо-хо!
7? Вы издеваетесь? Нужно 7 записок? Вы совсем рехнулись? Или вы просто троллите меня? Ну, я уже 2 собрал, конечно, но еще 5 надо, офигеть. Так, Спанчик, давай, двигай сюда. Хопа. Отлично, мы его оглушили. Да, не пройти. Сами попробуйте пройти 7 уровень, это нереально. Ладно, если вы хотите окончательно увидеть концовку полностью этих соседей, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажми на колокольчик. Если ты хочешь продолжение, напиши го продолжение концовок финала этих соседей. Все, с вами был я, Игорь Кадыр, всем удачи, спасибо, всем хорошего, делайте добро, не так зла, всем пока!